Это территория бывших ведомственных дач НКВД. И вот как раз музей информационный центр, то, что за моей спиной находится, это раньше здесь располагалась дача. И вот как раз фундамент под музеем, это фундамент из одной из дач НКВД. Эта территория была охраняема, ну, понятно, потому что здесь располагались сотрудники НКВД. Ну, и в связи с этим, скорее всего, и здесь было принято решение, что захоронения будут здесь. Сошел с ума. Павлов, мой первый зам, застрелился. Теперь Сухарев, мой шофер, застрелился. Сам Блохин застрелился. Фактически это означает, что наша российская власть стремится сохранить вот эти тысячи расстрелянных польских граждан в статусе такой, значит, безымянной, анонимной массы жертв. Мы оспариваем их утверждение, что документы не сохранились. Мы утверждаем, что сохранившиеся документы дают возможность каждого поименно признать жертвой именно этого расстрела. Расстрел ни в чем не повинных людей, расстрел военнопленных – это вообще страшное преступление во все времена и народа. И нельзя так легко и просто заниматься этой темой. Сегодня, если мы не можем найти фактов, подтверждающих это, нужно назвать себе, нужно тогда набраться мужества и сказать, что мы не знаем. Thank you.